Блогеры в полном метре. Тимур Бекмамбетов заканчивает работу над фильмом, в котором снялись кумиры подростков. Иван Гая, Марьяна Ро и Саша Спилберг. Лента «Взломать блогеров» выйдет на экран уже 3 ноября. Пока, правда, картина не имеет ни постера, ни трейлера, но уже известны подробности сюжета. Оказывается, видеоблогеров взломали, вот неожиданности, они в прямом смысле потерялись в виртуальном пространстве. Чтобы вернуться в реальность, им предстоит расследовать наглое похищение личных данных и вывести на чистую воду хакера. Или хакеров, это мы узнаем уже очень скоро. В синопсисе фильма сказано, что драма строится вокруг отношений Ивана и Марьяны, ну а карьера Саши находится под угрозой.